Ребята, с вами снова я, Shadowin, и это продолжение рубрики «По сроке для зрителей». Следующая постройка, как ни странно, снова сказала мне сестра, это построить унитаз, чтобы в нем была какаха, рядом туалетная бумага. Я этого не хотел делать, и у меня к ней, к тебе, Лен. Маленький вопрос. У тебя там все в порядке? Просто я не помню, чтобы кто-то вообще просил такое. Ладно, короче, не важно. Унитаз я построил за кадром. Было... Я думал, что будет муторно, как с лягушкой. Но это было не так муторно. Ладно, суем туалетную бумагу. Юху, чем я занимаюсь? Ну, блин, ну, примерно вот так вот. Нет, стоп, я помню, это было так вот. Так, нет, стой. Да, чтоб тебе, да. Я... Что? Что за... Это что за магия? Так. Что там происходит? Ладно. Это, допустим, будет картон у нас. Чем я занимаюсь, Майнкрафт? Ага. Чем занимаются, блин, нормальные майнкрафтеры? Проходят карты, делают спидраны. Чем занимаюсь я? Это и так, в принципе, видно. Ой, я фигнёй занимаюсь. А почему же я это всё-таки начал строить? Вопрос очевиден. Точнее, ответ очевиден. Хотя нет, не очевиден. Сестра моя сказала, что она меня побьет, закопает в камнях и смоет в туалет. Она такой вопрос, блин. А мне неудобно играть, блин. И так в прошлой серии опять закрыл микрофон. Так, тут один блок. Угу. Да. Что за... Так, 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 так. Стоп, нет, нет, нет. Я передумал немного. Вот убрать вот эти вот уголки. И, кстати, я знал, что мне рукозупость по любасу сломает землю, поэтому... Поэтому я специально, блин, занимался этим. Фигня, короче. Так. Еще вот здесь. И вот здесь.
И так, я предполагаю, что что вот так. Угу. Это больше тогда подойдет, если все-таки будут углы. Ай. Кстати, пишите просто в комментариях постройки для зрителей, просто постройки, двоеточие, и пишите, что мне построить. С туалеткой я закончил. Так, берем вот это и вот это. У меня там то есть. У моей сестры точно ничего в порядке. Почему из всего возможного она выбрала какаху? Ладно. Стоп. А, нет. Нет, все. А зачем я сюда воду наливал? Так. Ну. Что у них там происходит, господи? Мне плевать, я просто буду делать. Подождите, вот так вот. Господи, изверги бешеные. Теперь я буду некоторые блоки изверги, просто изверги, заменять на терракоту и цемент. Ой. Почему у меня такое большое говно? В принципе, как и мой контент. Чем я занимаюсь? Создать очередной контент. Вот он, мой контент. Угу. Контент готов. А теперь... Так, у меня уже идет запись. Да, идет. Встаем вот так. Включаем настройки. Сразу говорю, сразу напоминаю, для этого я не делаю монтажа. Хотя нет, немного делаю. Я увеличиваю громкость голоса. Не понял. Что он здесь делает? Так, что если я встану вот где-то вот так? И вот. О!
Вот и превью. Чтоб... Нет, я хочу, чтобы с лягушкой было. Вот так. Ага. Превьюшечка готова. А так, всем спасибо за просмотр этого ролика. И моего замечательного контента, на котором я, кстати, и стою. И всем пока. Интересно, сколько видос идет?